А таблетки еще есть? Димон, да есть. Ну, я, Саш, просто переживаю. Вот правда. Ты вот, я понимаю, вы там устали, вы нервный, но я тоже очень переживаю. Блин, еще узнала про вашу бригаду, прям вообще это. Чего узнал? А это вот, которые пацаны заходили с 30-й бригадой вместе, какая-то в Донецкой, что ли, дислокация там была, короче, что мальчишка с 30-й приехал и говорит, что там от 15-й, от пацанов, ну, которые были на дислокации, 20% живых осталось и полно пропавших без вести. Вообще страшно, страшно все. От 31-й бригады, блин, 100 человек осталось. Это вообще ужас, что творится. Понятно. Я правда просто очень за вас переживаю. У вас 23 мая должна быть должна была эта смена, но людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа тоже, они все уже годные. Это поставили, чтобы они это все в расположении части были. Вот такие вот дела, очень страшно, я очень сильно переживаю. Здесь с части сказали, что с тобой плохо там что-то, блин. Я вообще, блин, места неделю не находила. Понятно. Нет. Когда это, блин, нафиг все это закончится, блин. Здесь Наташа вроде бы как говорит, что офицеры сами своих сдают, короче, ну, в этом роде. Я уже где кто что услышит, где что, уже везде все это узнаю, где только что можно. Вот. Но ВДВшникам больше всего достается в самом пекле. Вот.